Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатное крепление для камер заднего вида от компании Geyser, модель CA031. Данное крепление предназначено для установки на автомобиле Toyota. Так, давайте посмотрим само крепление. Так, совместим его с камерой, как и положено. Так, что у нас в комплекте? Само крепление, которое устанавливается, плафон подсветки номерного знака, пластиковое, винтики 2 и площадка для крепления камер. Камера может быть любого производителя, не только гейзеровская, вот как в данном случае у нас идет универсальная камера. Мы сейчас ее откручиваем и пробуем устанавливать данное крепление. В принципе, ничего сложного в этом нету. Подтягивается само крепление. Вот так это все выглядит. Далее устанавливается площадочка металлическая и саморезами все фиксируется. Раз, зафиксировали. И два. Вот такая вот конструкция у нас получается. Полностью надежно закреплена камера вместе с креплением. Вот. Подключается далее уже на питание и к монитору. Дополнительные характеристики и стоимость камер и креплений вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.